Всем привет, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Сегодня мы поговорим с вами о таком интересном канале на YouTube, как Дима Евтушенко. Мы узнаем, сколько Дмитрий зарабатывает на своем канале за месяц, а также узнаем, сколько заработал Дмитрий за все время существования на YouTube. Итак, на данном канале 1 миллион 650 тысяч подписчиков. Последний ролик был загружен на канал 23 часа назад. Ролик набрал 787 тысяч просмотров. Кто последний скажет нет, получит 2000 долларов. Ролик называется. Также вот еще один дома. 746 тысяч просмотров ролик набрал 2 дня назад. 2 дня назад был загружен на канал. Потом еще вот 1 миллион 400 тысяч просмотров ролик набрал, неделю назад был загружен на канал. Еще вот он ролик 2 недели назад был загружен на канал, набрал он 1 миллион 200 тысяч просмотров. Что можем сказать? Что Дмитрий загрузил на свой YouTube канал за последний месяц 5 роликов. Раз, два, три, четыре, 5 роликов, да. Вот тут получается у него за эту неделю получилось 2 ролика загрузить на канал. Неделю назад один только ролик был на канал загружен. 2 недели назад тоже один ролик. 3 недели назад тоже один ролик был загружен на канал. Вот. За эту неделю он хорошо вообще постарался. Хорошо, давайте, значит, посмотрим самые популярные ролики вообще. Потому что, вот смотрите, просмотры на данном канале очень огромные. Хорошо набирают. Интересно вот посмотреть самые популярные ролики, какие ролики вообще стали популярными и сколько они набрали просмотров. Итак, 3 месяца назад вот он ролик был загружен на канал Дмитрия, 5 миллионов 800 тысяч просмотров ролик набрал. Кто последний уснет, получит 1000 долларов. Вот такой ролик. Они получаются здесь с энергетиками, пьют энергетики, чтобы не уснуть. Потом, 2 месяца назад также ролик был загружен на канал, набрал 4 миллиона 100 тысяч просмотров. 3 миллиона 800 тысяч просмотров, также вот 3 месяца назад ролик был загружен на канал. 2 месяца назад ролик был загружен на канал, набрал он 3 миллиона 100 тысяч просмотров. Кто последний уснет, получит, а вот он, 2000 долларов, вот он, популярный ролик, кстати. Вот, 2 месяца назад тоже вышел. Но самый популярный здесь, это вот он, 5 миллиона 800 тысяч просмотров ролик набрал, 3 месяца назад был загружен на канал Дмитрия. Итак, популярных роликов на данном канале очень много, достаточно. Кому интересно, можете зайти и посмотреть. Вот, контент Дмитрия очень классный. Итак, давайте теперь посмотрим сначала старые ролики и уже узнаем, когда же Дмитрий первый ролик загрузил на свой YouTube канал. Как мы видим, 5 месяцев назад первый ролик был загружен на канал, набрал он 1 миллион 800 тысяч просмотров. Точно старые, сначала старые, да? 5 месяцев назад ролик был загружен на канал первый. Но на самом деле, давайте перейдем теперь к статистике о канале и посмотрим, так ли это или нет. Потому что, да, дата регистрации канала был создан 20 января 2020 году. Вот, на данном канале уже 62 миллиона 705 тысяч 659 просмотров. Описание. Здесь я рассказываю, раскрою тебе все секреты Magic Five. И не только. Самый топовый и хайповый контент только тут. Вот. Но вы не забывайте, почему вот канал, вы сейчас спросите, 20 января был создан в 2020 году и уже такой результат, 1 миллион 650 тысяч подписчиков. Не, дорогие подписчики, дорогие зрители. У Дмитрия они ведут еще, у них есть общий, их в команде человек 6, наверное, 7 или 5, не помню, не буду говорить. Вот, у них есть канал Magic Five, наверное, 5 человек. Вот, также могу вот вам показать, сейчас загрузится. Вот, у них здесь на, да, вот, их 5 человек, да. У них здесь, они показывают здесь фокусы, у них здесь 7 миллионов 15 тысяч подписчиков. Ой, 150 тысяч подписчиков. 7 миллионов 150 тысяч подписчиков. Вот так я ссылочку вставили и раскрутил Дмитрий свой канал. Вот, так что не думайте. Здесь у них канал был создан вот в 2016 году, 19 июля. Хорошо, давайте закроем этот Magic Five, мы потом вообще с вами разберем. Если там в описаниях, если пишите в комментариях, кто хочет узнать о канале и доходе, сколько зарабатывает канал Magic Five, я проведу обзор, покажу. А пока давайте Диму Евтушенко разберем. Итак, 5 месяцев данному каналу. Давайте, значит, теперь перейдем на другой сайт и уже узнаем, сколько Дима Евтушенко зарабатывает за месяц на своем YouTube-канале, а также за все время существования на YouTube. Итак, значит, переведем это все на русский сейчас. Загрузок видео на канал Дмитрия 31 ролик загружено. Подписчиков 1 миллион 650 тысяч. Просмотров видео 63 миллиона 6 тысяч 149 просмотров. Пользователь создан 20 января 2020 году. Ну, вот тип канала здесь скрытый почему-то, но здесь развлекательная тематика. Также общая оценка B+. Подписчиков за последние 30 дней на канал Дмитрия подписались 110 тысяч человек. На 45 это хуже, чем позапрошлый месяц. Потом видео просмотров за последние 30 дней на канале было 8 миллионов 40 тысяч просмотров. На 43,5% хуже, чем позапрошлый месяц. Представляете, вот позапрошлом месяце около было около 15 миллионов, около 14-15 миллионов
просмотров. Потом, расчетный ежемесячный доход данного канала составляет от 2000 долларов до 32200 долларов в месяц. Но на самом деле 32200 долларов YouTube не платит Дмитрию Евтушенко. Начальный заработок Димы составляет от 2000 долларов и более. Давайте посчитаем, приведем в рубли сумму. 2000 долларов умножим на 71 и получим 142 тысячи рублей. 142 тысячи рублей. Вот такая сумма. Это начальный заработок Дмитрия на его канале. Хорошо, на самом деле эта цифра, она занижена. На самом деле Дмитрий за последний месяц заработал намного куда больше, чем вот эта сумма. Мы к этой цифре с вами позже вернемся. Давайте пока посмотрим вообще подробную статистику данного канала. Берем и узнаем, сколько за сутки Дима набирает подписчиков на свой канал, а также просмотров за сутки. Итак, сейчас мы это все переведем на английский язык. Вот смотрите, ну здесь почему статистика Social Blade сайта не зафиксировала ежедневные подписки. Вот, почему-то в последнее время вот на ролике провожу обзоры, и почему-то по подпискам вообще не фиксирует данный сайт. Перестал ежедневно фиксировать. Хорошо, ладно. 19.06.2020 году подписалось 10 тысяч человек на канал Дмитрия Евтушенко. Также вот 20.06.2020 году еще 10 тысяч человек подписалось. Но вот тут пропуски пошли. Вообще за сутки на Диму подписывается от 3660 человек. По просмотрам. 573 тысячи просмотров за сутки, 140 тысяч просмотров за сутки, 157 тысяч просмотров за сутки, 234 тысячи просмотров за сутки, 137 тысяч просмотров за сутки. Вот. То есть по просмотрам Дима набирает от 268 просмотров за сутки. 268 тысяч просмотров за сутки. Это набирает Дмитрий. Вот. И за сутки у него заработок идет от 67 долларов до 1100 долларов. Ну, 1100 долларов YouTube также за сутки ему не платит. Вот, начальный заработок его идет за сутки от 67 долларов и более. Хорошо. Давайте, значит, теперь посмотрим по подписчикам, что происходит на канале Димы Евтушенко. Итак, как я вам ранее сказал, на канале Дмитрия Евтушенко 1 650 тысяч подписчиков. Здесь статистика обновляется ежесекундно. Здесь можете смотреть статистику как по подписке на данный канал, а также по отписке с данного канала. Все происходит в реальное время, дорогие подписчики, дорогие зрители. Кому интересно, можете заходить, смотреть, мониторить. Вот подписался человек, у вас сразу покажет подписку. Отписался, также покажет отписку. Не будем время терять. Давайте посмотрим прогноз на будущее данного канала, потому что канал только в 2020 году был создан и развиваться будет быстро очень. Итак. Ну, вернее, уже развивается очень быстро и развился до 2 миллионов. Итак, значит, через полноценных 12 месяцев узнаем, сколько вообще будет подписчиков, а также через полноценных 5 лет. Итак, через полноценных 12 месяцев на канале Дмитрия Евтушенко будет через год 5 миллионов 626 579 подписчиков и 528 миллионов 417 тысяч 19 просмотров. Сейчас в данный момент 1 650 тысяч подписчиков и 62 миллиона просмотров. Вот такие цифры. А будет через один год 528 миллионов просмотров. А через 5 лет на канале Дмитрия будет 21 182 320 подписчиков и 8 503 691 756 просмотров. Вот такие цифры. Такое изменение произойдет на данном канале у Дмитрия Евтушенко. Через один год, а также через полноценные 5 лет. Хорошо, давайте теперь перейдем на другой сайт уже и посчитаем, сколько же за все время существования данного канала, ну вернее за 5 месяцев, заработал Дима Евтушенко. А также узнаем, потом вернемся и за последний месяц посчитаем, сколько он заработал. Вот смотрите, сколько зарабатывает Дима Евтушенко на Ютубе на сегодня, 20 июля 2020 года. 2020 года канал Дима Евтушенко заработал 3 миллиона уже 763 582 рубля. Вот такие цифры заработал Дмитрий за все время существования на Ютубе, то есть за 5 месяцев. Вот смотрите. Даже комментарии вот пишут, видите, круто, нормально. Вот тут можете зайти также оставить свой комментарий, кому интересно. Написать хороший какой-нибудь комментарий, мотивирующий Дмитрия. Итак, Дима Евтушенко зарабатывает на Ютубе 20 679 рублей в день или 620 370 рублей в месяц. Подсчет дохода ведется с даты создания канала 20.01.2020 года. Ну, данная статистика, данный сайт нам говорит, что канал Дмитрий Евтушенко зарабатывает за сутки 20 679 рублей. А за месяц 620 370 рублей. Давайте теперь вернемся и посчитаем уже. Потому что на самом деле эта цифра очень огромно завышена. Дмитрий Евтушенко за последний месяц заработал. Смотрите, нам надо, значит, с вами. Мы вот посчитали, что начальный заработок Димы начинается от 2000 долларов и более.
2000 долларов мы перевели в рубли, это 142 тысячи рублей, но эта цифра, она занижена, это только начальный заработок, дорогие подписчики, дорогие зрители. На самом деле, Дима, у него было на канале за последний месяц 8 миллионов 400 тысяч просмотров. То есть нам надо 2000 долларов умножить на 3 и получим 6 тысяч долларов заработал Дима за последний месяц на своем YouTube-канале. Умножим это все на 71 и получим 426 тысяч рублей заработал Дима за последний месяц на Ютубе. Вот такие цифры, дорогие подписчики, дорогие зрители, заработал Дима Евтушенко. Вот. Здесь очень сильно завысили. Вот давайте даже посмотрим, насколько. Вот, 426 тысяч. 620 минус. Извиняюсь. Ну, давайте, 620 тысяч минус. Минус 436. Получим мы... Вот, на 184 тысячи завышена цифра. Здесь. Вот такие цифры, дорогие подписчики, дорогие зрители. В долларах это 6 тысяч долларов заработал Дима. Вот такие цифры. Ну, что я хочу вам еще сказать. Всем огромное вам спасибо за просмотр данного видеоролика. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Кому интересно, еще раз говорю, пишите в комментариях, чтобы я провел... обзор, если вам интересно это, на канал Magic 5. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.